Майнфорс. Те, кто смотрел это видео, уже знают, о чем я. А тем, кто не видел, скажу позже. А сейчас я вам покажу, откуда у меня начинался старт. Не знаю почему, но спавн оказался на горе. Первое, что я решил сделать, так это обойти гору полностью. Дальше, как по стандарту прохождения Майнкрафт. Дерево, верстак, деревянная кирка. Настолько отвлекся на осмотр территории, что березу я получил еще днем, а деревянный инструмент скрафтил уже ночью. Возможно, вы уже успели заметить этот курсор на экране, что он там вообще делает. Ну, как бы все просто. Я подключил клавиатуру и мышку к смартфону. Тем самым усложнил себе игру. Лайк. Печка, меч, каменная кирка. После крафта увидел недалеко овцу. Кровать мне нужна, поэтому пойду шерсть возьму. Прихожу на место, где была овца, а там скелет такой, сюда! Бегу в укрытие, стрела пролетает в нескольких сантиметрах от меня, а я остаюсь с одним сердечком хп. Повезло? Не знаю. Выкопал яму, в ней же нашел уголь. Времени зря не терял, сделал факелы. Когда начался день, пошел за мясо, а то еле выжил без еды. Первая кирка, пресс F. Так как она стала топливом для приготовления мяса. Ну, хотя бы не исчезла бесследно. Спустя полчаса я наконец-то увидел другого игрока. С ником Бебра777. Ну, для удобства будем звать его Бебра. После чего мы перешли в голосовой чат в Дискорде. И, к сожалению, то, как мы разговаривали, у меня на смартфоне не записало. Хотя было бы интересно. Он показал мне базу, которую построил вместе с Лиреем. Он, кстати, будет немного позже. Мост в разломе и небольшую ферму пшеницы. Обсудили, что и где можно построить, и первым делом начали делать ступеньки. Ну или просто подъем. А вот и сам Лиррей наконец-таки зашел в игру. Ну, ступеньки ему, похоже, понравились. Следующим по плану был Улей Террариум. Веб рассказал ему об идее, и мы договорились, что я буду строить, а Лиррей пойдет за пчелами. Я свою часть, конечно же, сделал. Но пчелы там так и не появились. Пока что. К тому времени, как я завершил постройку, остальные ушли. Так что я еще немного задекорировал водопад. Ну, который рядом с фермой. И сделал условный подъем к спауну. Самый простой, из земли. На следующий день я пошел на поиски деревьев. И по пути взял немного глины для бабы. И за время, когда меня не было, на базе происходила какая-то дичь. Спустя 2000 блоков я наконец-то нашел деревню. Сделал скриншот, сохранил координаты деревни и пошел обратно. Ну, жители понадобятся позже. Новый игрок
будем звать его Никит. Показали ему базу, и появилась идея пойти в шахту. Отправляться буду я и Бебра. Приготовились немного и начали спускаться. Он решил спуститься по-быстрому. А я же прокопал нормальный спуск. Все-таки подниматься еще нужно будет. Первое, что мы нашли, так это спавнер пауков. Причем мелких. Вообще наша основная задача это добыть железо, но и другие ресурсы тоже не помешают. В одной из пещер игра решила подкинуть сюрприз. Какой именно? Заметили мы в одной такой уголь. Я попросил Бебру забрать уголь, а сам пошел за железом, который, кстати, был в соседнем тоннеле. И через несколько секунд Бебра мне говорит, что нашел алмазы. Везение? Возможно. Нашли, правда, в итоге только два. Возможно, именно поэтому нужно собирать любые ресурсы. Вдруг повезет. Взяли также и редстоуна немного. И на уровень ниже ушли. Потом случайно нашли железную жилу. Какая же неожиданность. Еще и аметисты нашли. Время поджимает. Все-таки зарядка телефона не бесконечная. Успеть бы еще вернуться. Забрали кристаллов сколько могли. И вообще сколько помещалось в инвентарь. Поскольку я неплохо запомнил маршрут, мы смогли быстро вернуться к подъему. Вернувшись, ресурсы оставил в сундуке на складе. И ушел на несколько дней, чтобы сделать для вас это видео. Вот так прошли мои первые часы на сервере Mineforce. Вы, кстати, также можете поиграть вместе со мной. Чем больше, тем интереснее. Также не забудьте оставить комментарий. Ну и по возможности поставьте лайк. Удачи и до связи.